Здравствуйте, мои дорогие, сегодня 3 марта, выглянуло солнышко на закате дня, вообще красиво вообще. Сейчас я вам покажу, так хочется смотреть, наслаждаться. Жалко, что я потерял iPhone, я раскинул во всех своих соцсетях, но так до сих пор ничего не обрел, никто не позвонил. Я сейчас вот покажу вот моя радость, моя прелесть. Снимаю сейчас на Samsung свой старенький. Он у меня, конечно, может фишку рубить почти как iPhone, но все-таки не iPhone. iPhone мне нравилось, у него цвета были самые-самые, что ни на есть чистые. И копия этого мира. Изюминка в изюминку, тютелька в тютельку, но я его потерял, как бы по глупости. Сводил на день рождения сестру в Намбаван. Ой, как я любил этот клуб, теперь почему-то у меня к нему неприязнь. Гадкая ситуация. Какая вся эта жизнь. Стрёмная, блин. Ладно, люди идут навстречу. Пришла пора прощаться. Счастья вам, удачи. Я скоро встречусь с вами в Египте солнечном. Будет круто. До скорых встреч.